Значит, если Андрей Борисович вам рассказывает про, ну там, такую прикладную часть, мы тут сугубо про спортивный ножевой бой. Значит, спортивный ножевой бой в современности, он от того, чем иногда там люди занимаются, отличается. Главный такой тактический вводный. У вас, как правило, один противник, если правда, изощренный формат из больше. Этот противник условно технически подготовлен не хуже, чем вы, у него хорошая физическая подготовка, потому что он занимается как бы спортом. И он там, мотивирован как бы на победу не хуже, чем вы. В связи с этим это накладывает особенности на, в принципе, на весь вид спорта, как на технику, так и на тактику. Первое, самое главное, это минимальное вообще количество каких-то там хитрых финтов, запретушек и тому подобное. Почему? Что как в любом другом виде единоборств, если противник плюс-минус вашего уровня, не пройдет там какая-то очень хитрая штука. Работает что-то довольно-таки примитивное, но рациональное. В связи с этим постараемся быстро. Мы сегодня не будем говорить о технике, потому что времени категорически не хватит. Буквально по принципу. Значит, первое – это хват. Просто вот Андрей Борисович тут спрашивал. Значит, самое главное – хват должен быть условно жестким. То есть никаких там перехватных хватов спецназа, там каких-то интересных запретушек быть не должно. В основном используется прямой отверточный, он же поиск, так называемый диагональный, который немножко подвернутый. Бывает такой там филиппинский, еще как он так называется, иногда прямой. Крайне редко используется обратный. Почему? Потому что обратный в любом случае он проигрывает любому прямому в дистанции. Плюс здесь вам по руке попадут, вы нет. Исключение, обратный хват работает в формате с уколами в голову. Но, к сожалению, такие форматы очень редкие, потому что люди, которые занимаются, редко имеют защиту. А без защиты это прикольно. Значит, типа, следующая – это стойка. Опять же, разные люди, в принципе, по-разному, но стойка должна отвечать ряду требований. Первое. Одноименная нога с вооруженной всегда впереди. Вот даже как только что молодчик прыгал, вот с этой стойки вы, в принципе, не достанете, вы сразу же проигрываете. Даже если вы делаете там какой-то очень-очень длинный выпад, ну, вы откроетесь, собственно говоря, и не достанете. Поэтому всегда впереди. Задняя нога. Опять же, как бы она там ни была, задняя нога заряжена. Потому что, опять же, задняя нога – это нога толчковая. Ну, мы ее так пафосно называем нога стратегическая, нога тактическая. Почему? Потому что передняя, она управляет атаками, выходами. Задняя нога управляет то, куда вы будете прыгать. В связи с этим она никогда не должна быть отставлена назад, она не должна быть где-то подобрана. И самое главное, она не должна вот так вот, некоторые люди, которые приходят из академического фехтования, они любят делать эти вот выпады. Точно так же в спортноже почти никогда не используется длинный выпад и никогда не используется такой именно скачок туда вот с целью как бы кавалерийски улететь. Маломальский боец вас всегда на этом поймает. Почти спортнож это почти всегда тактическое управление дистанцией. В большой дистанции ничего не будет. Всегда надо очень аккуратно подбираться. Значит, самая первая цель, которая у нас есть, это руки. Да. Руки первоценно система, потому что они находятся ближе всего к нам. Второе. К чему бы мы ни тянулись, мы всегда имеем шанс напороться на противника. Можем просто напороться на себе. Поэтому руки – это первоочередная цель, еще и тактическая. Потому что нам, чтобы достать внизу и получить ответ, нужно руку убрать. Полезно. Либо просто либо можно просто отрезать, и на этом все закончится. Повезет. Но в любом случае это первоочередная цель. Вот, и на этом мы сейчас поработаем. Вы должны разбиться по парам, взять по макету и помнить некоторые вещи. Первое. Всегда, когда вы атакуете, чтобы вы не атаковали, если вы клещете кистью, то есть у вас вот есть вот такие амплитудные движения, которые, кстати, Андрей Борисович рассказывал. Оно заметно, глаз его считывает. И если я замкнусь, то руку уберет 100%. Если он не допит, он тормозится и выспался. Вот, поэтому старайтесь работать по кратчайшей. Всегда. Нож, лучше всего работать именно по кратчайшей траектории до цели. Да, вот, например, вот у меня нож, вот моя цель. Да, если я замахнусь, он увидит, он заметит. Да. Если по кратчайшей, то больше шансов попасть. Понятно, что мы сейчас стоим в дистанции комфортной, но в любом случае, даже если я не буду, все равно должен бить по кратчайшей. Вот, не вихляйте кисть еще, потому что нож вылетает, и самое главное, не бейте самым-самым кончиком ножа. Поражение, вот, на самом деле, крайне редко бывает результативным. Чем ближе вы приходите на цель, к месту вот, к пальцам, ну или к концу, собственно, лезвия, тем серьезнее и внушительнее будет ваш порез. Поэтому разбивайтесь пары, берите макеты. Единственное, что еще маленькая ремарка, что, опять же, еще ножом был, но из треугольных камней, это подвижные руки. Вот как только что людям попадали, почему? Смотрите, вот это как бы, это стойка для чего? Для выезда, вы собрались принимать тяжелый удар, который вам нужно снимать. В ноже не нужно вот этих там таких хороших вложений. Вложение в ноже обеспечивается чем? Резкостью и, опять же, работой от таза, чтобы вам не приходилось какие-то вкручивания делать или еще что-то. Вы просто стоите раз, уколоть, врезали.
Больше вам не надо. Поэтому, когда вы сейчас будете работать в парах, самое главное, что вы должны сконтролировать, ваши руки все время должны ходить. Не знаю, как усы у таракана. Самое главное, не должно быть такое, что два человека встали, вот, и они начинают тут друг друга, как здесь на косилке. Нет, здесь, в данном управлении, упражнении, основной акцент на чем? Вы стремитесь попасть по руке, так, чтобы не помогли. Вот, собственно говоря, все. Значит, смотрите, вообще мы в подготовке используем у нас, наверное, полдюжины разных типов пакетов. Значит, дерево, особенно такие большие танты для соревнований. Почему, если будет время, мы расскажем. Вот. И там куча-куча разных. Значит, мы с собой, в принципе, взяли микрофоны. Вот такая штука. То есть, да, это мягенький макет, но очень у него хорошо. Когда вы спрингуете и делаете укол, вы человека уколите, это будет неприятно. Но при этом там по рукам, по голове можно хлестать как угодно, ничего страшного не будет. У нас их просто, к сожалению, немного, поэтому если кто-то хочет, может подходить забрать. Итак, сейчас вы разбиваетесь пары, работаем следующим образом. Продолжаем. Да. Вы сейчас говорили по поводу таза, но это приложение. Что сначала идет? Всегда идет первая рука. Опять же, здесь вам не нужно вкладываться. Например, в варианте укола в голову, ладошку поставить. Есть даже такая штука, которая, она, если я что там не путаю, она пришла из фехтования. Это укол с контролируемой потерей равновесия. Когда вы стоите, туда же летаете. Значит, в том, что вас как будто схватили за руку и резко дернули. У вас просто выбора нету, вы туда вас не ходите. Но эти нельзя было употреблять. Итак, вы сейчас разбиваетесь по парам, работаете цикл. Звучит команда смена, вы просто берете другого партнера и работаете дальше. Основная задача, вы попадаете по рукам, вам не попадают. Прошу. Два красных и два черных. Два красных и два черных.